Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Nissan X-Trail 2001 года выпуска. Двигатель 2 литра. Автомат. Передний привод. Пробег на автомобиле 196 тысяч километров. Заменю на этом автомобиле топливный фильтр в баке основной и сеточку. Для этого нужно достать модуль топливный. Находится под задним левым сиденьем. Открываем подушку и добираемся до него. Сиденье открыл. Поднимаю. Коврик. И открываем вот эту крышку, поворачиваем фиксаторы. Нажимаем и снимаем разъем. Убираем вот этот песок, мусор. Давление не сбрасывал, сейчас здесь побежит бензин, подкладываю тряпку, все впитает, я ее потом уберу. Даже для этого дела не буду использовать чистую. Нажимаем фиксатор с двух сторон. Обычная ВД. Такой Джон GTC съемник, GTC 1312A.
Поднимаем. А бак полный. Перевернул фильтр кверх тормашками, сливаем с него остатки бензина, чтобы меньше на стол текло. Можете обратить внимание, с фильтра в обратную сторону течет грязный бензин. Насколько фильтр уже подзабитый. Ну и все манипуляции делаем аккуратненько, чтобы у нас не изогнуть поводок поплавка. Или же давайте снимем его и уберем в сторону. Поднимаем аккуратно вверх. Держится на защелках. Ну а дальше пускай он стоит, трогать его не будем. Отщелкиваем защелочки потихонечку, даем напряжение. Четыре штуки по кругу. И вместе с бензонасосом выдергиваем немножко вниз, а после этого снимаем вот эту часть. Сейчас она должна сойти.
снимаем стопорное кольцо. Стопор, фильтр. И отщелкиваем сам фильтр. Сидит вот на этом резиновом кольце. Соединяем разъем бензонасоса и поднимаем штекер вверх. Грязи, конечно, здесь много. Снимаем скобу фиксации. Поднимаем вверх. Все, вот он, топливный фильтр старый. Для интереса потом его разрежу, посмотрим, что в нем внутри. Продуваю бензонасос. Частично продул, промыл. Берем топливный насос, то есть топливный фильтр фирмы Кита GN3301. Беру силиконовую смазку. Смажу резиновое кольцо. Смажу здесь резиновое кольцо. Завожу фиксатор. И защелкиваю. Так, этот мы поставили клапан. Теперь смазываю маленько здесь. Завожу фильтр. И защелкиваю разъем. До характерного щелчка. Одеваю фильтр на место, завожу в направляющий и защелкиваем его. Поправляем защелки. Защелки у нас защелкнулись. Теперь устанавливаем резиновый демпфер вот этот. Берем новый фильтр, сеточку фирмы Масума MPU-047.
новая сетка и новый стопор. Снимаем заглушку. Так, у нас получается, сначала ставится сетка. И устанавливаем стопор. Все, стопор я установил, демпфер. Штука непродуманная и неудобная. Все, демпфер поставил. Теперь вставляем наш фиксатор. Опять же, будет тоже неудобно его вставлять. Снял я все обратно. Ставим демпфер. В демпфер ставим стопор. Ставим наш фильтр. Вот поправил стопор, а теперь всю эту конструкцию защелкиваем на фильтр и на насос. Сниму я обратно сетку эту, промою старую
И сетку я поставлю старую. Масумовскую не покупайте, она не подходит на этот фильтр. Почему не подходит, сейчас покажу. Она короткая. Вот эта часть длиннее, здесь короче. И она не дает нормально ее установить. Она одевает и стаскивает ее с бензонасоса. Мою старую сетку, продуваю. Промыл, продул сетку очистителем карбюратора обычным. Поправляю стопор. Одеваю фильтр, вот видно, он здесь без мучений, без всего легко заходит. И вот в таком положении мы защелкиваем бензонасос. Все, фильтр одет, одеваем демпфер, заводим в разъем. Здесь есть посадочное место под резинку, вот она села в нее. Теперь защелкиваем все это дело, фильтр, и устанавливаем верхнюю часть. Ставим на место поплавок. И защелкиваем его. Все. Модуль собран. Немножко смажу резинку на посадку. Силикон не разъедает резину. И идем устанавливаем. Так, смажу гайку, когда буду силиконом. Сейчас устанавливаю на место в бак. И защелкиваем. Все. Очень странно, но бензина почему-то стало больше.
Бак полный под завязку. Откачиваю немножко. Бензина маленько убрал. Бензин, который набежал, его вымакиваю, чтобы его там не было. Все. Вымокал. Сейчас покачаю. Бак полный. Если будет попадать, то она будет расплескиваться. Все сухо. Защелкиваю разъем. И одеваю питание. Крышку пока не закрываю, проверим. Открыта дверь.
Ну что, теперь распилю, посмотрю, автомобиль работает, бензин поступает. Пилю старый фильтр. Распилил фильтр, а там вот такая картина. Там просто сплошной песок. Это еще раз ответ к тому вопросу, а нужно ли менять топливный фильтр. Это вот все в нем внутри находится. Вот от этого нет тяги, это вот все земля, это такой бензин нам заправляют на заправках. Ладно, что тут дальше показывать, тут и так все видно. На этом все. Всего вам доброго.